Представьте, что вы летите в самолете, у которого изначально не работает ВСУ, и вдруг на эшелоне внезапно отказывают оба двигателя. Когда, казалось бы, уже все потеряно, RAT, RAM Air Turbine или аварийная авиационная турбина дают экипажу последний шанс на выживание. Это небольшой пропеллер, который выходит автоматически из специальной ниши в фюзеляже самолета при отказе основных источников питания, а также резервных. Состоит он из генератора и гидронасоса и от набегающего потока воздуха запитывает жизненно важные системы самолета электричеством, а также поддерживает давление в гидросистемах для управления рулями высоты, направления, элеронами, а также выпуском или уборкой шасси. Таким образом, благодаря RAT у экипажа сохраняется вся информация о параметрах полета на дисплеях, а также полный контроль управлением самолета, и они могут планировать к ближайшему аэродрому или где-нибудь приводниться, вместо того, чтобы падать камнем вниз с эшелона.